Так я тут в этом кафе нашла туалет. Бар. Тут бар есть. Это что такое? Это стрела такая, что ли? Не ладно, знаю, я тут в туалете. Нет, ничего личного. Просто зашла посмотреть. Да, она приспичила, приспичила. Газеты. Это что? Куда нам идти теперь? А ты читала что-нибудь там? В общем, нам нужно вернуться в квартиру, взять паспорт и деньги на билет. Эх, почему я не взял все сразу? Хотя, с другой стороны, я бы мог потратить все деньги. Так, короче, после этого нужно купить билеты на вокзале. Короче, ищи нам... вокзал, я уже все там забрала. А нам не надо? Ты же забрала паспорт. Да. А это не... это бар, вокзал. Нашел? Да, он туда забрал. А, все, я вижу тебя туда. Уже. Я прыгаю. А, я тоже. Все, я здесь, пошли. У меня паспорт. Что здесь? Блин, ага. Да солнце мне отсвечивает. Касса, жители. Касса номер 3. Паспорт, деньги. Паспорт, 5 денежек. Мне то же самое. Паспорт это этот, как его там? Не помню, как он называется. Мы получили билет. Вагон, первое место, 26. Мне тоже? А, нет, да. Ты два билета получила? Один? Пошли. Одного хватит. Ну, и что, и куда мы теперь должны запихать? Так, ты где? Да я здесь. Господи. Куда мы должны запихать этот билет? Может быть, тысячу сундук есть какой-то. О, подожди. Касса номер 1. Так, я сделаю. Ладно, давай я тебе тоже куплю. Купи мне билет, да. Купи мне билет. Ой, только у меня паспорта больше нет. Мне, кстати, тоже куплю. Можешь ему воду дать? Можно... Пошли! Я не знаю, где здесь нам ехать. О, кажется, я нашла. Пошли. Ты завернула за лестницу? Да. Все? И где тут поезд? Вот он. Красивый поезд. Так, заходим. Так, мне нужен вагон. Дверь закрыть. Двери закрываются, осторожно. Вагон 1, место 26. Ух ты, тут жители. А вагон 1, место 26. Это первый вагон? Тут написано, наверное. Где? Где-нибудь. Мы еще не сели. Куда вы там уезжаете? В смысле, мы уезжаем уже? Да нет, мне кажется, какие-то звуки тут странные. Ну да ладно. А, у тебя же музыка выключена. Да. Вагон 1, место 26. О, тут же место написано. 26. Что-то 31 и 32. Вот, 26. Я 27 и 28. 26. Вот оно. Житель, ты занял мое место, ты в курсах? Ну, поехали. У меня тоже такая темнота. Что, то же самое? А, нет. Это мы типа едем. Ой. А как это так мы едем? А поезд тоже перемещается? Да. Почему мы летим, а не едем? Ты посмотри. А, нет, мы на месте. Мы приехали. Поезд остановился. Интересно, почему? Нужно посмотреть. Пошли. Жители, пока. Ты только за мной иди. Блин, такие хорошие соседи. О, боже. Кавычка. Приехали. Смотри, кнопочка. Только плохо кормили нас. Как холодно, похоже, впереди обвал. Но что там светится? Где? А, на нас вперед, смотри, да, там что светится. Где? А где ты? Я уже тебя потерял, ясно. Я в самое начало поезда пошла. У меня есть паспорт. А, ты мне купила, да? А, нет. Нифига себе рельсы. И куда нам надо идти? Какой обвал? Я не понимаю, что надо сделать. А да вон туда... там что-то светится впереди. Попрыгай. А я не вижу. Вот ты видишь гору, а я не вижу гору. Почему? Не знаю. Отлично, что сказать. Вон, видишь, там светится. Да, вон там с деревом. Там. Мы попадем в Нарнию. А здесь? Откуда тут подарки? Странно. Это что, подарок? Ломай. Давай вернем. Давай поставим. А ты что там внизу? Поставь на место. Нет, моя лампа. Лампу нам подарили. Какие щедрые люди. Ставь лампу. Что здесь написали? Откуда тут подарочки? Странно. Пошли дальше вот здесь. Вот какие-то подарочки. Вот обвал, да? Вот, да, за нами. Может, их забирать надо? Там вниз надо. Я падаю. Давай, ты первый. Тебе не жалко. Ваш герой, ваш режим обновлен. Я умер. Рома упал с высокого места. А у меня игровой режим обновился. Я теперь в креативе. А я в какой-то темноте. Я в креативе. Да ты не в темноте, у тебя здесь свет. А, тебя это. Ну-ка. Блин, ты тоже в креативе. Что здесь произошло? Почему такая темнота? Просто ходи за мной. А ты, я тебя вижу прям. Я сзади тебя. Эй, сыщик. Вот. Что такая темнота-то? Я не знаю, давай наверх.
Нам креатив поставили. Можешь факел взять? Я не знаю, что надо сделать. Я нифига, например, не знаю. Куда это я упал? Такие большие подарки, нужно подняться наверх. Лети вверх. Смотри, у тебя светло, у меня темно. А вот в эту дырищу белую нужно. Мне все равно тут темно. Ты меня хоть видишь? Да подожди. Вот, я тебя вижу. Нашла проходик. Ты что, в белую дырь пошел? Я здесь куда-то в зеленую дырь ушла. О, что это за место? Блин, это эльфы, что ли? Я упал. Короче, КТП ко мне давай. Угу. Ой. ТП и... Я тебе напишу сама. Ты забыл палочку. А. Тут нельзя, да, ты проходишь сам? Почему у меня темно? Что мне можно сделать, чтобы мне было светло? Ладно, сейчас кто-нибудь проберусь. Я вижу, что там ходишь в темноте. Паспорт главное не потерять, да? Вадимю. Вот смотри, видишь, я факел сейчас поставлю, то у меня будет светло. Видишь? Куда ты факел? В креативе. Эй, ты чего встал? А ну заработай. Я все сейчас свечу. Что можно встретить с Дедом Морозом, загадать желание, и оно непременно сбудется. Вот и видишь, ну что? Блоки золота и алмазов загружены. Спасибо за работу. Ну хорошо, что ты делаешь? Ты там что-то делаешь, а я свечу. Давай вон на те блоки по. Блоки золота и алмаза. Я знаю, что мне нужно. Соответствующий сундук, и дверь откроется. Мне нужно зелье, которое в темноте можно. Так откуда я кирку-то возьму? Так, где тут это зелье? Эй, полегче, люди. Я их одной ручкой могу убивать. Я знаю, что я сделаю. Сейчас в креативе добавлю все это. А это там все где-то бродит. Вон туда, в дырку иди. Сейчас я попью зелье, чтобы видеть в темноте. Вот теперь все нормально. Да вон туда, в дырку, иди. Зря все ты освещал. А вот и ты. С кем ты тут говорил? Да. А кто тут блоки, интересно, будет? Не знаю, а как их, интересно, мне убрать? Сейчас. Ну, что ты нажимаешь? У меня алмазная кирка есть. Куда ты ее взял? Не знаю, она мне сама появилась. А, нет! У меня сейчас 64 алмазных блока, я вижу в сундуке. Это я их положила, только не бери их. Угу. Что, я помогла вам? Я помогла вам? Нет, сейчас еще один блок упадет. Там темнота какая-то. Щель. Слетаем. Интересно, откуда они там падают? Не знаю, вроде бы мы все сделали. Еще зелье. А, вот, дверь открылась, пошли. Я вижу елку. Санта-Клаус! Санта, привет! Подари мне... Ну, здравствуй, кто бы ты ни был. Зачем ты к нему в одно место летел? Ого, ты такой большой, прям великан. Надо было... Давай, загадывай. Это ты просто маленький, загадывай желание. Сейчас, подожди. Это ты просто маленький, загадывай желание. Какое же мы желание загадаем? Так, совсем... Скоро начнется Новый год, и мне бы хотелось встретиться его со своей семьей. А у меня есть ночное зрение, у тебя нет? А, нет. Оно у тебя не сама. Твое желание исполнено. Прыгай сюда и счастливого Нового года. Куда прыгать-то? Куда прыгать? А, в дыру. Я думаю, куда-то в него падать. Ваш игровой режим обновлен. А смотри, где я? Я вообще никуда не попал. О. Все, попал. О, боже. Ты где? Ты зачем ты там ползаешь? Прыгни. Я уже прыгнул. Я нормально стою. Че с тобой? Так, куда нам идти? Мне интересно знать. Где дом наших родителей? Тюх. Чего ты скачешь? Так, это дом наших родителей? Ну, а он же написал. А он что, брат-сестра? Ну, в игре. Он так сказал, там я хочу встретить. Я хочу встретить Новый год со своей семьей. Ла-ла-ла-ла. Только где дом его семьи? Наверное, он как-то должен выделяться. Как? Давайте взорвем все дома и узнаем. Новый дом.